Где же ваша мужская солидарность? Почему не предупреждаете собрата? Я надеюсь, он сбросит напряжение, отправит даму, и все уляжется само собой. София Яновна, поймите, иногда, чтобы сохранить брак, мужчине нужно чуточку изменить. Измена во имя семьи? Какая благородная миссия. Не все мужчины изменяют. Что вы делаете? Слушайте, по-моему, скрипит. Что? Надо бы смазать. О, пожалуйста.